Мы играем в настольные игры, гуляем по паркам, набережным. Вот, можно съездить куда-нибудь за город. На лыжах катаемся. Внучки маленькие, с ними гуляю. В театры хожу, в филармонию. Мы любим гулять. Если в летнее время, то мы любим еще ходить в походы с детьми. Например, на сплав по реке Волге и по реке Сок. Вот, что еще? Если в городе, то это, наверное, мы ищем какие-нибудь интересные площадки, либо на набережной проводим много времени. К сожалению, у меня сын в Москве сейчас живет. Пока сын здесь был, мы в основном какие-то прогулки на свежем воздухе, спортивные какие-то занятия. Мы приехали сюда из Ульяновска как раз по поводу семейного отдыха. Мы с мужем здесь учились много лет назад, 40 с лишним лет назад. Мой родной первый корпус Института культуры, Самарский авиационный институт. Мы приехали в гости, отдыхаем вместе, потому что этот город нам дорог. Я дедушка. Один, второй. На спорт отвези, со спорта забери, со школы забери. Так что у меня досуг великолепный.